Если говорить о перестановках в Кремле, как думаете, поменяется ли что-то с изменением, значит, в Министерстве обороны, вот, назначением Шойгу? Потому что, ну, вот большинство моих собеседников говорит о том, что, в общем, не поменяется ровным счетом ничего. Однако сам Белоусов уже рассказывает о том, что у него главная задача – это оптимизировать расходы. Он сразу же акцентировал на том, что не будет новой волны масштабной мобилизации. Не знаю, верить этому или нет. Но все-таки, да, главный вопрос – какие изменения мы можем увидеть? Чем руководствовался Путин, когда делал эту перестановку, по вашему мнению? На мой взгляд, Путин просто убрал слишком самостоятельного Иванова, который почувствовал какую-то самостоятельность, потому что он распределял огромные бабки. Да, и просто показал всем, что это его бабки. А не Иванова, уж не клана, там, а Иванова, Шойгу, Тимченко. Вот. И он наказал их просто за излишнюю некую самостоятельность. Ему не нужно, чтобы какие-то кланы набирали силу. Но поскольку 120 ярдов, а сейчас, по-моему, больше уже денег выделяется на военные расходы, то там есть армия, там есть деньги, там есть все. Зачем ему нужно усиление этой группировки? Не нужно. Скажем так, Белоусов, у него есть, да, имидж такого некоррумпированного сотрудника. То есть, наверное, воровства будет поменьше, но на первом этапе. А потом система научится и Белоусова обманывать. Ну, грубо говоря, Россия огромная страна, огромные деньги, огромные предприятия, куча всяких связей. Он что, пойдет проверять, сколько там нужно, 26 покрышек или 16, или 26 шурупов, болтов, или там 35? Он это знает? Нет. Он не знает этого. Он что, ну, допустим, даже если у него есть желание победить там как-то коррупцию или хотя бы снизить масштаб, как он это будет делать? Никаких институтов же нет. Нету независимых журналистов, которые бы расследование провели. Нету независимых депутатов, чтобы было парламентское расследование. Нету судов, куда бы можно было принести все эти доказательства. Этого нет ничего. Более того, Белоусов не командует силовиками. Что он будет инициировать уголовные дела против кого? Чемизова? Или там Патрушева, младшего вице-премьера? Или против кого? Путинских друзей? Ну нет, конечно. Он может просто прийти и пожаловаться Путину. Это вот максимум, что он может сделать. Но поскольку он вряд ли даже физически успеет вникнуть в производство, не знаю, какого-нибудь патрона, танка, дрона или еще чего-то, ну это невозможно. Ну просто представьте, как. Там миллион, там десятки миллионов всяких сделок. Ты не можешь один это все контролировать. Короче, большие страны и даже маленькие страны, никакие страны не управляются в ручном режиме. Нет такого загадочного оружия, чтобы ты мог с экрана телевизора там управлять экономикой. Есть объективный процесс. Либо ты строишь систему сдержек и противовесов, да, и все друг друга контролируют, и это снижает масштабы коррупции. Либо от перестановки сил внутри там, кабинета, ну, по большому счету, ничего не изменит. Кровати в борделе, да? Ну, конечно, да. Вот. Ну, покидались они немножко чугунными шарами в стеклянном доме. Что-то разбили. Они разбили, потому что посадка Иванова – это все равно это метание чугунных шаров внутри их этого стеклянного борделя. Поэтому... Ну, а вот, Дмитрий, о том, что ну, Иванова ж не зря называли там самым гламурным военным, и, в общем-то, все знали о его поездках, его имуществе в Европе, в курортных городах. Мы видели, как во время войны его жена тусовалась там с Меладзе в Куршевеле, об этом делали материалы украинские журналисты, которые там ее встретили. Дети у него, если не ошибаюсь, в Лондоне, один, другой в Париже. И как бы, ну, об этом было известно давно. И команда Навального делала расследование, где показывала богатство этого замминистра. Но почему-то эта посадка произошла именно сейчас, прямо перед инаугурацией, перед изменениями в правительстве, которые ожидались достаточно давно уже. Как вы думаете, почему вот это произошло сейчас? Во-первых, про детей и Шойгу, и его зятя, или бывшего уже зятя, да, и про других там тоже известно очень много. Кто где отдыхал, и тоже было масса расследований. Уж про дворец Путина и говорить нечего. Это не является причиной. Причиной является то, что огромные потоки контролировал один клан. И это не нравилось другим кланам. Более того,
из-за массового воровства были, видимо, какие-то протестные настроения в армии, чего Путину не нужно. Ну, он просто взял и наказал, и продемонстрировал, чьи это бабки. И кому они должны быть благодарны за то, что выделяются эти деньги. Все, он, ну как сказать, система устроена таким образом, что иногда тех, кто посмеет чрезмерно усилиться, да, вот, высунуть голову, ну, тебе нужно голову отсечь. Так, чтобы слишком сильно никто не высовывался. Это для управления системой нужно. Вот, я думаю, что здесь все совпало. И выпустить пар в армию, потому что, ну вот, смотрите, мы коррупционера убрали какого. Все поаплодировали. Дальше, любая эта перестановка – это стресс для системы. Это значит, элиты будут жить в страхе и никогда не рискнут пойти против деда, против царя. Причем так достаточно жестко-то расправились с Ивановым, демонстративно жестко. И Путин это делал периодически. До этого был Улюкаев, да, до Улюкаева там был Абызов. Вот, потом там были медведевские все спонсоры, там братья Мухамедовы. Вот, то есть это, ну, такой стиль управления авторитарным, ну, уже сейчас диктатурой, авторитарным государством. Ты должен периодически какого-то жирного кота сдавать разгневанным массам. Ну и всегда тех, кто не по чину берет, должен жестко наказывать. Вы вот вспомнили дворец Путина, там же сделали ремонт, появилась новая часовня, значит, с портретом, с ликом Иисуса, а подле него по правую руку Владимир Великий, на фоне, напротив, значит, этих ликов стоит трон огромный, на котором, видимо, может восседать Путин и наблюдать за своим кумиром, да, Владимиром Великим, с которым он явно себя ассоциирует. Поменялись картины, ну, стрипушня там, аквадискотека, это все осталось, как бы, вот, ну, добавилось нечто новое. А вот что поменялось, так это картины в середине дворца, если раньше... Что-что? Стрипушечная под иконой. И как там? Ну, получается так. Ну, а изменились картины. Вот, да, вроде такой штрих небольшой совсем, но он тоже довольно показательный. Если раньше, судя по кадрам, мы видели картины, которые висели на стенах, они изображали сцены с охоты, то теперь там появилось большое количество картин, которые иллюстрируют разные баталии, разные сцены из войн с участием там Суворова, Нахимова и так далее. Вот этот вот лик Владимира Великого, да, рядом огромное количество картин, которые, значит, на которых какие-то битвы. Вот это действительно нечто новое, что появилось в этом дворце. Не знаю, насколько это символично, как думаете? Ну, честно говоря, насколько я понимаю эту систему, ну, вряд ли Путин приезжает и говорит, а поменяйте мне здесь картину. Надо понимать, что, ну, есть... люди, которые за это отвечают. Есть люди, которые зарабатывают бабки на ремонте. Сейчас чуть-чуть в сторону отойду, чтобы вы поняли. Значит, у меня был период, когда я избрался в Госдуму, и у меня не было квартиры в Москве, вот, а я ее только покупал. Мне нужно было где-то полгода пожить. Поскольку я был избран от Рязани, с Тамбовым, то мне как депутату полагалась двухкомнатная квартира, съемная, да, в депутатском доме. Я воспользовался этой опцией. Я туда прихожу. Вот, значит, ну, обычная такая квартира с совковым ремонтом. И мне говорят, подождите, мы сейчас быстро все отремонтируем. Я говорю, зачем? Говорят, нет, мы точно ремонтируем. Мы всегда, когда кто-то съезжает, обычно ремонтируем. Я говорю, ну, ладно. Значит, проходит время, я прихожу, они типа отремонтировали. В общем, короче, как все выглядело, так все выглядело дальше, после ремонта. Я не понял, что они отремонтировали. То есть они переложили паркет на такой же паркет, да, они принесли какую-то старую мебель, ну, которая скрипела и разваливалась, деревянные, старые, все там, плафоны, ну, то есть я бы себе так никогда ремонт не сделал бы просто. Но я думаю, что они просто отчитались, что они сделали ремонт, что они обновили мебель, они обновили еще чего-то, я тогда так думаю, ни хрена себе. Просто, ну, такой, ну, распил просто вот в масштабах одной двухкомнатной квартиры. Ничего не поменялось. Ладно бы они хотя бы ремонт хороший сделали. Так вообще все то же самое осталось. Вот. И кто-то на этом зарабатывает. На каждой ступени, да, есть свои маленькие коррупционеры, а есть большие коррупционеры. Вот. Ну и что там, Путин следит, что ли, за тем, поменяли там ручку унитаза там, или чего, или не поменяли,
Ну вот сейчас идет война, но, видимо, кто-то сказал, так, Путину понравится, давайте это сделаем. Кто-то подумал, блин, как круто, мы сейчас еще на этом заработаем бабок. Я думаю, это вот все проще. Не нужно думать, что вот он ходит там и выбирает себе какие-то картины. Нет. Я думаю, все гораздо проще. Тем более, я даже не представляю, как. Ну хорошо, но допустим, даже если тебе важно, в каких ты условиях живешь. Ну если это там 200, ну 300 метров. Ну ладно, 500 метров дом. Тогда ты будешь ходить, хочешь что-то там улучшить, еще что-то. Но когда это у тебя дом за миллиард, я боюсь, что ты просто даже не знаешь, сколько у тебя там комнат. Ты, может быть, даже в некоторых комнатах даже ты и не был никогда. Ну, наверное, это так. Может быть, конечно, там совсем извращенный ум, но я предполагаю, что здесь банальная коррупция. Друзья, а вы как думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно почитать. Мы еще давайте вернемся, пожалуйста, к теме перестановок, которые провел Путин. И, конечно же, внимание привлекло всех еще и имя Патрушева, который тоже попал, значит, под эти изменения. Теперь Шойгу стал секретарем Совбеза, да, а Патрушева назначили помощником Путина. Вот кто-то называет это пенсией. Кто-то называет это, там, знаете, там, наоборот, уважением таким, да, и повышением. Как вы рассматриваете вот эту перестановку в контексте именно Патрушева? Я думаю, Патрушев как был близким к уху президента человеком, так и остался. Ничего не поменялось, просто была такая договоренность, что я буду просто рядом с ухом на какой-то такой номинальной должности. Но зато мой сын идет там первым вице-премьером. Просто два Патрушевых на каких-то ключевых должностях. Все равно это было воспринято не очень хорошо элитами. Тем более не очень хорошо было бы воспринято конкурентами из других кланов. Поэтому они так договорились. Я думаю, Патрушев человек уже не молодой совсем. Не очень здоровый, насколько я знаю. Ему тоже ездить там к 8 или там, к 9 утра на работу каждый день куда-то там руководить каким-то советом, не с руки. Вот. А так он все равно остался близким к Путину человека, но при этом еще и своего сына продвинул. А назначение охранника Путина, бывшего Дюмина, который был губернатором и теперь продвинулся по службе. Вот я даже слышал уже тезисы о том, что Дюмин может быть человеком, которого Путин потенциально рассматривает как того, кому, возможно, передаст в будущем власть. Что скажете о таком тезисе? Я, кстати, не исключаю, я же никогда не видел, не знал, а тут посмотрел его выступление, да, где он там проявил эмоции определенные. Мне такая мысль посетила, что вот они как-то охранники путинские, они все равно отличаются от всех остальных. Чем они? Они из народа все-таки, да, и что-то там осталось. Что-то осталось. Ну, какое-то там, видимо, представление о чести или о чем-то, и хрен его знает, как это работает. Все остальные абсолютно конъюнктурные, да, им не важно, куда копать, от забора до обеда, и что строить, там, коммунизм, социализм, путинизм или сталинизм, да, а эти, ну, видимо, поэтому Путин им особо доверяет, видимо, наверняка они там преданы ему, они же сильно отличаются, то есть, ну, то, что вот я услышал, на меня произвело впечатление, ну, как-то живого человека хотя бы, я сейчас не говорю хороший, плохой. Ну, живого, да, или там этот, калининградский, ну, тоже такой. Производит впечатление живого. А остальные же просто какие-то андроиды. Поэтому, и меня эта мысль посетила, что раз эти андроиды, андроидам ты не будешь доверять, потому что, ну, для них главный карьерный какой-то взлет, а вот куда лететь им не так важно. А эти, видимо, их Путин отбирал. Наверное, там что-то человеческое осталось, поэтому да, вот именно этот фактор может быть ключевым при выборе преемника, если когда-нибудь Путин будет выбирать преемника. Хотя, если честно, я не очень верю в историю с преемником, потому что если бы я был на месте Путина, я, конечно, не мог бы никогда там оказаться, но предположим, да, как бы я анализировал ситуацию. Да, я доверяю условно Дюмину, да, он преданный человек, он меня не бросит, не кинет. Но в силу того, что он, типа, нормальный человек, как бы думал Путин, значит, он вряд ли сможет удержать ситуацию, потому что его разведут все остальные. А
А если он не удержит власть в своих руках, значит, у него не будет силы гарантировать мне какой-то иммунитет. Правильно? Вот такие банальные рассуждения. Поэтому не думаю, что вообще будет преемник. Но в этом смысле Дюмин, да, вот я сейчас увидел, чем он выигрывает у всех остальных. Интересный тезис. Но я думаю, к этой теме мы будем еще возвращаться, на самом деле. Я здесь рассуждаю исключительно о качествах, которые ценятся внутри этой системы, я просто об этом знаю. Но при этом люди этой системы, подчеркиваю, работают на военного преступника, да, и несут ответственность. И это не первый тезис не отменяет второго, чтобы меня правильно поняли. Да, абсолютно с вами согласен. Напоследок, у нас много зрителей из Грузии, и, конечно, мы следим за ситуацией в стране, и вот в три уже, получается, окончательно парламент Грузии принял законопроект, теперь уже закон, получается, об иноагентах, Калькас российского, президент Грузии наложила вето на этот закон, однако у правящей партии есть, как я понимаю, юридическая возможность это вето обойти. Несмотря на многотысячные митинги, несмотря на слезоточивый газ, стычки с полицией, такого масштаба протестов в целом Европа давно уже не видела. Но, тем не менее, законопроект все-таки протащили, да, несколько чтений было, и все-таки его приняли. Как вы считаете, почему так рьяно правящая партия этот законопроект проталкивала, да, вот об иноагентах? Действительно ли можем говорить, что это определенный реверанс в сторону России? То есть какая вот итоговая цель? Ведь после таких массовых протестов, кто-то может называть это даже определенным политическим самоубийством со стороны инициаторов. Почему они на это пошли? Да вот, к сожалению, я это не считаю политическим самоубийством. И я всех зрителей призываю прочитать пост, очень умный пост, экономист Андрей Мовчан написал, буквально, по-моему, вчера или позавчера. Почему Грузия выбирает Москву, Россию, а не Европу? И, к сожалению, я вынужден с ним согласиться. В этом во многом ошибка Европейского Союза. Потому что если выбираешь ты, если у тебя есть выбор, да, между Россией и Европой, вот, то при выборе Европы ты получаешь огромные риски со стороны Путина, сопоставимые с военным вторжением. Ты теряешь огромный рынок. Это будет удар по экономике, потому что Россия сразу закроет все экономические связи, и это будет серьезный удар. При этом ты особых бонусов экономических не получаешь. То есть Европейский Союз в этом случае не готов нести какие-то издержки. Если ты выбираешь Москву, ты не закончишь как Саакашвили где-то там в тюрьме, тебя никто не отравит, тебя никто, так сказать, не убьет. Рискуешь поссориться с руководством Европейского Союза, но у тебя также будет экономика зависеть от России, и худо-бедно ты можешь удерживать собственную власть. То есть, грубо говоря, к чему этот тезис? К тому, что сейчас крайне важно донести до руководства Европейского Союза, что та политика, которую они проводят к странам на постсоветском пространстве, она ошибочна, она не дает результата. Потому что если бы Европа хотела, чтобы Грузия туда двигалась более активно, то, значит, нужно было бы с самого начала бы решать проблемы, возникающие в результате разрыва экономических связей с Россией. А Европейский Союз этого не делает. И если Украина большая все-таки страна, которая в том числе способна оказывать сопротивление военное, то у Грузии таких инструментов совершенно нет. А экономических тем более. Это очень важный пост. Я всем прям рекомендую его почитать. И на самом деле, вот мы сейчас как раз и с Андреем Мовчаном, и Алексашенко, Некрасовым, Иноземцевым, мы же сейчас запускаем Think Tank, это такой научный центр, Европейский центр анализа и стратегии, у нас там будут и российские эксперты, и западные эксперты. Мы на следующей неделе как раз будем обсуждать набор докладов для европейских политиков и чиновников. И я думаю, что мы эту тему обязательно будем развивать в виде доклада, в виде какой-то серьезной экспертизы, анализа происходящих процессов на постсоветском пространстве, то есть ошибки и ошибки, и то, как эти ошибки можно
исправить. То есть мы эти предложения подготовим, проанализируем вообще все, что происходило на пути, значит, разных стран постсоветского пространства на пути в Европейский Союз. Друзья, ваши мысли, если вы смотрите нас из Грузии, оставьте... Я не оправдываю, совершенно. Меня в Грузию не пустили, меня оттуда депортировали в Киеве тогда. Вот. И, конечно же, то, что они строят там авторитарный режим, у меня не возникает никакого сомнения, я душой всем на стороне гражданского общества Грузии. Я подчеркиваю, что гражданское общество Грузии должно получить серьезную поддержку от Европейского Союза, чего нету. Поэтому моя критика здесь в адрес не Грузии, а в адрес политиков европейского, даже не критика, критика, наверное, неправильное слово, пожелание. Да, пожелание, чтобы больше внимания уделяли именно вот тем людям, которые ведут борьбу за европейский путь развития в этих странах. Если Европа, Европейский Союз хотят развиваться, то им в любом случае нужно расширяться, им нужно как можно больше стран привлекать и принимать, и помогать этим странам становиться европейскими по-настоящему. Это, к сожалению, делается с большими ошибками, и эти ошибки мы намерены проанализировать и об этом, так сказать, рассказать общественности, и в том числе тем, кто принимает решения. Я понимаю, о чем вы, да, Дмитрий, но в любом случае, если так итог подвести, да, цель, опять-таки, вот этого законопроекта, это, еще раз, это просто комплимент в сторону России ради преференции, ради показать лояльность, да, ну, это основная идея. Здесь не нужно думать, что целью является именно этот закон. Нет. Речь идет о том, что грузинское руководство совершает выбор. Go West или Go East. Да? Вот они выбрали. Они выбрали другой вектор. То есть, если раньше они пытались сидеть на двух стульях, и это получалось. Но сейчас, поскольку Россия и Запад разошлись слишком далеко, да, друг от друга, и перешли на путь конфронтации, ну, по вине России, безусловно, то сидеть на двух стульях не получится, ты просто разъезжаешься в шпагат. Сидеть на шпагате больше невозможно. И дальше ты выбираешь либо один стул, либо другой. Так вот, грузинское руководство выбрало движение в сторону Москвы. И этому есть, помимо значит, субъективных факторов, да, о которых и так все говорят, есть объективные, о которых Мовчан написал. И об этом нужно просто сейчас всем рассказывать. Я вам, кстати, рекомендую позвать Мовчана или Иноземцева поговорить на эту тему профессионально. Они вам расскажут, как грузинская экономика зависит от России. Значит, какие могут быть последствия в случае конфронтации с Россией. Я уже не говорю о том, что там имеет место захват грузинских территорий, когда российские войска там ночами переставляют заборы, а еще похищают грузин и их там за деньги возвращают. И это постоянно идет давление. Почему вся эта там грузинская мечта превратилась в грузинскую беду? Да ровно потому, что идет серьезное давление, никто там не готов брать рисков при отсутствии должной поддержки и компенсации со стороны, с другой стороны. Вот и все.